От пастельных розовых и фиолетовых до ярких оранжевых и голубых. Стены школы-интерната номер 16 совсем скоро заиграют новыми красками. Имиджем помещений занимались совместными усилиями. В разработке дизайн-проекта принимали участие родители, педагоги и чиновники. На косметических преобразованиях не остановятся. В школе полным ходом идет капитальный ремонт. Завершен монтаж системы отопления, опрессовано отопление, канализация, водопровод заменены. Занимаемся сейчас отделкой стен панелями. У нас 11 световых решений. Параллельно ведется электромонтаж. Заменены все окна пластиковые, входные группы. Ну и установка дверей сейчас идет. Закуплено современное оборудование для кабинетов физики, химии и биологии. В новом учебном году школа-интернат распахнет свои двери для 275 учеников. После масштабного ремонта у детей появится возможность заняться фото- и видеосъемками, а также поварским делом в новой мастерской. Не только девочки, но и желающие мальчики будут осваивать профессию повар, кулинар. Здесь же будем проводить кружки, то есть дети будут заняты доп. Образованием. Обновление учебных пространств ведется благодаря проекту «Доброшкола» национального проекта образования. Порядка 15 миллионов заложено на ремонт помещений и около 8 миллионов на приобретение оборудования. На ремонтные работы предусмотрены средства регионального бюджета, на приобретение оборудования в основном это средства федерального бюджета с обязательным софинансированием из бюджета региона. Капитальные работы ведутся и в школе-интернате номер 26 для детей с тяжелыми нарушениями речи. Здание обновят как снаружи, так и внутри. Идут работы и на первом этаже, на втором этаже рекреации, третий этаж рекреации, санузлы, на четвертом этаже идут малярные работы спортивного и актового залов. Также идут работы на пищеблоке, штукатурка, начали уже облицовку стен. Ремонтируют, но медленно. Основная проблема – нехватка рабочих на объекте. Главная цель, стоящая перед подрядчиком – закончить работы до 15 августа, чтобы к 1 сентября успеть создать для детей комфортные условия и приятную атмосферу для учебы и пребывания в школе-интернате. Они здесь ночуют, есть ночные воспитатели. Утром необходимы, соответственно, домашние условия – это умыться, принять душ. Вот, соответственно, завтрак, и они приступают уже к другому учебному делу. Необходима также нам территория в хорошем виде, потому что дети выходят на прогулку. За ходом выполнения работ неусыпно следит инициативная группа, состоящая из педагогов и родителей. Проконтролировать подрядчика приехал первый заместитель губернатора Игорь Эдель с сотрудниками Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. И, безусловно, еженедельно фиксируем и количество людей, и качество выполненных работ, и руководителями области тоже это взято на еженедельный контроль. Анна Чайникова, Бахтияр Салтанов и Сергей Рябухин, репортер 73.